Добрый день, с вами магазин «Юный папа». Сегодня мы рассмотрим радиоуправляемую трюковую машинку «Перевертыш», артикул УЕ-3-8-5. Данная модель прекрасно подойдет детям в возрасте где-то от 5 до 10 лет. Вот. Отличительными особенностями модели является то, что она может ездить, у нее нет как таковой крыши, вот. Нету верха, нету низа, вот. Поэтому она может, в принципе, перевернуться и спокойно поехать дальше. Давайте откроем данную модель и посмотрим, что же там внутри. Вот. В комплект поставки входит сама радиоуправляемая модель, пульт управления. Пульт управления стандартного танкового типа, то есть при нажатии одна кнопка отвечает за движение одной пары колес. Вот. И с ней, с данным пультом прекрасно справится как и маленький ребенок, так уже вполне взрослый. Также в комплект входит батарейка типа крона, это для пульта управления. Зарядное устройство для самой модели. Антенна для пульта. И непосредственно сама машинка. Вот так вот она выглядит вблизи. Вот сбоку находится кнопка включения и выключения машинки. На противоположной стороне находится кнопка, точнее даже не кнопка, а вход для зарядки. Данную модель можно использовать как дома, так и на улице. На улице лучше ее использовать в хорошую погоду, без снега, ну, желательно в сухую. Вот. Модели колеса оборудованы такими небольшими резиновыми вставками. Модель будет хорошо цепляться за гладкие покрытия и спокойно передвигаться. Также обратите внимание, что моделька светится, она достаточно яркая и прекрасно подойдет маленьким детям, которые любят разные светящиеся игрушки. С вами был магазин «Юный папа». Оставляйте ваши комментарии по данным видео, постараемся на них ответить. Всего вам доброго, до новых встреч! Добрый день, с вами магазин «Юный папа». В предыдущем видео мы рассматривали комплектацию модели артикул УЕ-3-8-5. Это радиоуправляемая машинка «Перевертыш». Вот. В данном видео мы рассмотрим непосредственно сам процесс игры данной модели. Для начала вам потребуется установить комплектную батарейку крона в пульт управления. Обязательно соблюдайте полярность. Также не забудьте зарядить вашу машинку. Обращаю внимание, что в данной модели установлен металл-гидридный аккумулятор. То есть для того, чтобы воспользоваться данной моделью и полноценно увеличить время игры данной модели, потребуется непосредственно зарядить ее и разрядить 5 раз. Вот, не забудьте вкрутить антенну, пульт управления. Включаем модель, включаем пульт управления. При нажатии на кнопку управления у него крутится именно машинка, модель заднеприводная. То есть для того, для движения вперед-назад, вам потребуется нажимать одновременно две кнопки управления. Вот, непосредственно. У нас немного мало места, поэтому сильно разгоняться мы не будем. При непосредственно соприкосновении с какой-то поверхностью, при ударе, машинка переворачивается и, соответственно, движется вправо в противоположное направление. С вами был магазин «Юный папа». Оставляйте ваши комментарии по данным видео. Постараемся на них ответить. Всего вам доброго. До новых встреч.